цацками, если раньше они мерились длиной своего меча, то сейчас размером отверстия своей выхлопной трубы. Автофест от ПЛН – самое масштабное автособытие псковского лета. И сегодня спецреп проверит, какие же сюрпризы подготовили организаторы для гостей праздника. Почему решили сделать аэрографию своему автомобилю? В принципе, это был подарок супруга на очередную годовщину совместной жизни. Хотелось продемонстрировать все-таки раритетную советскую технику, которой нету, и многие даже не знают, кто такой Гагарин. Вы знаете, люди некоторые выделяются крутыми машинами, а я крутой акулой, она не крутой машине. Ой, мечта была давно, хотелось яркости, чего-то хотелось интересного. Мастер был очень хороший, Игорь Москаленко, очень хороший мастер, он очень помогает, подбирает эскиз. У меня очень интересная аэрография, в работе 3D, американские краски, это очень редкая аэрография, вот, и поэтому, ну, пусть люди посмотрят. Почему решили затюнинговать свою машину так? Ой, история очень долгая. Если коротко, вообще машина изначально начала строиться именно под дрифт. Кому-то иномарка, кому-то отечественный автопром. Я катаюсь в основном на отечественном. У меня есть помимо этой машины еще две машины, тоже ГАЗ. Вот, ГАЗ Победы и ГАЗ 31-105. Как справляетесь с дилеммой, что ножки две, а педальки три? Обычно я вообще сторонница механики, мне она больше нравится. Потому что больше чувствуешь машину, больше как бы чувствуешь управляемость. У меня сцепления, слава богу, нет. Тормоз, газ. Это упрощает ситуацию. Как пришла идея создания такого праздника? Ну, автомобилисты Пскова достаточно разобщены, да можно выездить на дорогах. А мы хотели их немножко объединить, показать, что в городе у нас есть интересные машины. Хотели собрать эти машинки в одном месте и показать жителям нашего города, сделать приятный подарок для них. А поэтому заходите, смотрите, читайте ПЛН. Здравствуйте. Как вас участвует заход? А как вам берется интервью? Очень хорошо, мне нравится. Мне тем более. Хочешь, я покрутить? Вас отвлекаю? Нет, а я вас? Нет. Хочешь покрутить? Это обычно называют на машину второй женой. Вот можете ли вы так сказать о своей машине? Он многогонец. У него не одна машина. Это компрометирующий вопрос. Машина это считает скорее друг, чем девушка. Девушка это маленькое иное. Ну, в качестве шутки я с женой сравниваю, что вторая жена. Ну, это сложный вопрос. Каждый хорош по-своему. Ну, нет. Разве можешь сравнить женщин? Обычно говорят, машина вторая жена. Нет. Давайте не будем. Это есть такие вещи, как суп и котлеты. Так и здесь. Называйте как-то ласково свою машинку. Малыш! Посмотрите, это же малыш! Сёма, ласточка, девочка. Максимум только гольфик. Ласточка. Больше никак. Ласточка. Акулка. У меня был, я говорю, вот, буханка, она стоит у меня в деревне. И так здорово, я к ней подойду, так поговорю, вот и моя буханочка. Love Automarket выступил генеральным спонсором данного мероприятия. Это неудивительно, ведь автомобили – это ваша стихия. А что Love Automarket предлагает автолюбителям? Love Automarket развивается с 2012 года. Открывается по Северо-Западному федеральному округу хорошими, быстрыми темпами. Сейчас для псковских автолюбителей мы предлагаем автозапчасти на выбор. Можно сделать заказы на сайте love24.ru, можно сделать по телефону 20 12 21, а также можно самостоятельно заказать в наших лав-центрах. Предлагаем всем автолюбителям посетить наши магазины и заказать автозапчасти на любой вкус, цвет. That's why ladies choose me. All up in the news, cause we so cute. That's why we so huge. Electrical girls know how I feel. Честно, было неожиданно, поэтому больше делал для себя. А на каждый момент тут узнал, что конкурс проводится. Тут буквально за 2 недели до конкурса в ночь работал, выполнял работу. Видеорегистратор, очень приятно. Довольно? Неожиданно. Спасибо большое. Как бы подарок такой достойный. Как что вам подарили? Большой. Подарочная карта на топливную заправку на 5000 рублей. Хотел бы сказать огромное спасибо за то, что дали возможность показать себя. Было очень приятно.
выиграл компрессор, сертификат на мойку. Считаю, очень полезные подарки и отличное мероприятие. Дорогие псковичи, открывайте свои гаражи, выставляйте свои автомобили на показ и живите счастливо. Псковская лента новостей не просто информационный портал. Мы дарим людям не только новости, но и отличное настроение, создавая полную яркую картину жизни. Автофест тому доказательство. На этом у меня все. Это был спецреп, и я его ведущая Анастасия Репникова. Токи-токи-дас, хито-айлан, тоби-тоби-да, мэри-оши-де-бот.